Особенно тяжело было привыкнуть к местному времени и перестроить свой биоритм на собственно, местные часы. Встаю я каждый день в 5:55, точнее в 5:45. Чтобы успеть на гимнастику стареньким бабушкам, которые, собственно, учат меня этому искусству, потому что иногда мы занимаемся с веерами, иногда даже с мечами, они приносят свои мечи, настоящие сабли. И первый раз, когда я пришел к ним, они достали сабли, я думал, сейчас они меня порубят. Что касается климата, он совершенно другой. Я думаю, что в России почти нет таких мест, которые были хотя бы похожи на этот город, если только юг России, где также жарко и влажно. И, если честно, первые два дня, в принципе, было нормально, а потом организм начал сдавать хоть понемножку, потому что все-таки нужно время, чтобы адаптироваться к этой среде. Я чувствовал себя не очень хорошо. Но я думаю, что в скором времени мне это удастся, и я окончательно привыкну как к климату, так и ко времени.